смотрите, девочки, мальчики, луна светит, и пара идет. Я иду, и ты идешь. Ладно, девочки, мальчики, я буду заканчивать на этом. Конечно, буду заканчивать. Скажу вам. Не, еще вначале дойду. Ой, что хочу сказать, ребят. Вот я... Это надо же так вот написать, вот, да? Это надо же так вот комментарий писать, вот. Сами, то есть сами, смотри, что хочу сказать. Аватарку не ставят. Ёб твою мать. И пишут человеку, которого сами нах не знают, который нах никого не... То есть этого человека не знают, но они уже, блядь, как, блядский в рот это... Гороскоп нахрен, блядь. О будущем, ну. И все знают. Все знают, понимают. А-ля улю, трамвая жду. Понимаешь, девочки, мальчики. Ну не надо так... Такими быть злыми, а? Девчата, молчата. Вот вы аватарочку не ставите. Хрюкнули. Одна там хрюкнула. Так хрю-хрю. Поросенка жду. Ну... Не, сегодня почему-то я, девочки, мальчики, такой злой. Не, девочки, мальчики, я не злой, я просто немножко это... Вежливый такой. Есть другие каналы, на которых можно, извините меня, посидеть, погавкать, девочки, мальчики. Ну, не как, ёб твою мать, понимаете, вы меня этим не удивите и не обидите этим, понимаете, девочки, мальчики. Вот. Меня этим не удивишь и не обидишь. Я сегодня в ТикТоке там Чучундру, блядь, забанил, которая там, типа, пишет, что я... Типа, ты что, не работаешь? Иди работай. Не всякой херней не страдай. А ты, ёб твою мать. Я что хочу сказать? А ты что, ёб твою мать? Сидишь в ТикТоке и пизду чешешь. Прости, Господи. А? Я вот смотрю, то есть ты там поделилась видео, да? Видео поделилась. Ну ты же старая, блядь. Старая, никчемная. Я не знаю, вот. И хочешь казаться, блядски в рот этой... такой проституткой. Извини меня выражение, за выражение. Ну, просто слов нету. Ну, как сказать? Ну, проститутка. Ты и была проституткой, понимаешь? Ты блядина просто. Ой, как я вот разговариваю с тобой, это пиздец просто. Ой, меня просто забанят, наверное. Да ничего, девочки, мальчики, это же интернет. Ну, ты не работаешь, хуйнёй страдаешь, конечно. А ты, ёб твою мать, только члены смотришь, блядский. У кого большой, у кого маленький. Прости, Господи, мою душу грешную. Ой, да, девочки, мальчики. Как-то вот так получается, ни о чем. Как видео, как ты там, а другая пишет, это типа, мол, видео ни о чем. Ну, кто-то мое видео посмотрел, кто-то удивился, кто-то... Скоро Новый год, девочки, мальчики, игрушки будем на это, на елке навешивать. Да, девочки, мальчики? Ой. Да, ребят? Лучше извините, конечно, за мою грубость, никчё. Я так это, для троллей, для девочки-мальчики, я же свое, как говорится, лицо показываю. А вы, некоторые вот, которые чучундры, смотри, видишь, луна какая. Ой, луна, луна. Светит так вот, смотрите, хаотично светит. Я так по типа тёмкам хожу. С сахаром капучино пью, девочки, мальчики.
капучино. Ой. Во-первых, я очень люблю вот так вот ходить, девочки, мальчики, по ночам, вот так вот. Понимаете, по грибы. Угу. Грибы люблю собирать, опята. Особенно в парке. Пока людей нету, я по потемкам вот так чух-чух. И пособирал. И нормально. Угу. Ой, ладно, девочки, мальчики, что-то я балакаю столько много. Обо мне подумаете, что я, извините меня, совсем непонятно что. Ой, простите, извините. Ну, это я для тех людей, которые пишут мне гадости. Понимаете? Когда вам вот пишешь... Ой, что я же вообще не пишу ничего, девочки, мальчики. Я же вообще ничего не пишу, ребят. Вот. Я же вообще ничего не пишу. Никому никогда. Я если и пишу, то только это, знаете... Привет, здравствуйте, все. Как дела? Ой, ребята. Я вообще удивляюсь над такими людьми. Ой. Понимаете юмор как-нибудь, а? Надо понимать, мил мои. Ладно, девочки, мальчики, подхожу я к своему кафе, будем бухать. Я бухаю вот в этом кафе, девочки, мальчики, каждый день пью. Да, шашлыки жру. Правильно. Вот как-то так, ребят. Ой, девочки, мальчики. Что-то я говорю, да говорю. Поговорить захотелось, ребят. Ой. В моей жизни очень много было работы. Давайте выкинем. Фух, как-то вот так вот, ребята. Оно же, представляете, вот так вот бывает. Если бы я бы не был на пенсии, ребят, я бы работал бы. Понимаете? Я в пенсию получаю. И в Ютубе. Вот кому, извините, вам, если кому нужно, идите работайте. Идите, бля, пошите. Понимаете? А не сидите мне тут, канасики не делайте. Понимаешь? Короче, вот так вот. Ой, ладно, девочки, мальчики. Что-то я говорю очень много. Все, мил мои. Мысли совсем чужие, как одна шарманка, не шарманка, понимаешь, вот так вот. Ой, хорошо-то как, ребят, ролик большой получится, обрежу. Ой, ладно. И я на этом, ребят, я заканчиваю свой эфир. Ой, какой эфир? Не эфир, а вот этот. Как его называть? Как называть, девочки, мальчики, еще? Видеоблог, девочки, мальчики, луна, вот видите, светится. Рёт у нас. Все, ладно, друзья мои, всем пока, любви, удачи. До свидания, мил мои зрители.
Всем пока. Пока-пока-пока. Мамочка, смотрите. 149 рублей. Есть такие вот мамочки. Мамочки такие есть. А, смотрите, какая красивая. Копилка такая. Смотрите, какая игрушка. Видите, плюшевая. Хорошая такая. Смотрите, какой красивчик. А лопата, игрушка, мелкая тига. Такая вот еще. Очень красивая. Бегемотик. Вот он, короче, 200. Ну, 300 рублей стоит. Смотри, вот такую можно купить. Ну, можно будет, у вас есть свиньи. Вот, где это купать. У нас есть еще. Вот есть вот такая, тоже наборчик. Это вот такая вот. Купите все, йок-йок. Красота. Можно, ребят, вот такую купить. 55 рублей стоит. Елочка для печенья. Видите, классная вещь. Есть вот такая вот, смотрите, смотрите, вот это вот, смотрите, пироженки такие. Сколько? Сколько стоит? Поняли? А есть вот такие формочки. Есть такие вот, смотрите, разные. Короче, купил я вот такой вот Якобс. 149 рублей Фелли купил. Пойдем дальше. Будьте, будьте, будьте. Давайте на этом я завершу свое вещание. Вещание. Короче говоря, вот так вот. Что хочу сказать, девочки, мальчики. Ой, девочки, мальчики. Тут вот, смотрите, кафешечка, хилешечка. Очень позитивно. Короче, ладно, ребят. Все, буду закругляться. Это очень большой блок получился. Короче, вот так. Знаешь? Короче, вот так вот. Купил вот такой. Короче, ладно, не буду балакать. Вот большой ролик. Ой, вначале, конечно, я там поорал, покричал, да? Короче, вы поняли, да, ребятки? Все окей. Все, Бармалей. Люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. До следующих видео. Они уснули, но обещали проснуться, понимаешь? Ой, ладно, все. Люблю. Пишите там какие-нибудь комментарии. Ну, только гадости не пишите. Ну, то же самое. И напишите, я вас звездами сделаю.